Десятки эквадорцев собрались возле здания тюрьмы в городе Гуаякиль на юге страны, чтобы получить информацию о своих родных и близких. В ночь на пятницу в результате бунта в пенитенциарном учреждении погибли по меньшей мере 68 человек, более 20 получили ранения. По словам представителя полиции Эквадора, генерал-командующий Тани Вареллы, беспорядки стали результатом разборок между преступными группировками. Это был территориальный диспут между криминальными бандами. Сейчас некоторые корпуса остались без главарей, потому что, и это может быть сюрпризом для многих эквадорцев, они были освобождены, отсидев 60% срока. Это уже не первый бунт в этой тюрьме за последние месяцы. В результате беспорядков в конце сентября здесь же погибли 119 человек, самое большое количество в истории Эквадора. После этого власти страны приняли решение помиловать 2000 заключенных, в основном стариков, женщин и людей с инвалидностями и неизлечимыми заболеваниями, чтобы снизить нагрузку на пенитенциарную систему. Также на 2 месяца был введен режим ЧС во всех тюрьмах страны. Бунты заключенных – нередкое явление в Эквадоре, исправительные учреждения которого известны переполненностью и плохими условиями содержания. Недавно президент страны Гильермо Лассо попросил Верховный суд разрешить военным принимать участие в подавлении тюремных беспорядков. Суд ответил постановлением, что для разрешения пенитенциарного кризиса потребуются более серьезные меры, нежели временное введение режима чрезвычайной ситуации.